она придет в костюме? Наверное. Она так как она далеко живет, она сразу в костюме придет. Дело в том, что далеко иначе... живу, ребята, молодец. Нет, нет, ты быстро. Близко. Стоять с вами. Пятые классы. Вот сюда. Не надо туда далеко уходить. Вот так вот. Пятые. А? Молодцы, сегодня у нас 5 А идет на игры сказочные. 5 Б класс. Тоже молодцы, они тоже сегодня идут на сказочные игры. Так, 6 А класс. 6 А, хорошо. 6 Б. Чего это вас мало? 7 А. 7 А класс. 7 Б, где вы? 8 А. Давайте сдвиньтесь немножечко, чтобы растянулись поближе, встаньте. Так, ну и 10 я вижу. Ну, помашите тоже. Хорошо. Учебный год 2014-2015 года. Линейка наша сегодняшняя посвящена окончанию учебного года. Звучит гимн России. На 4,5 в начальной школе 125 учеников из 258. В среднем и старшем звене среди 5, 8 и 10 классов на отлично закончили учебу 16 учеников и на 4,5 55 учеников из 218. 71 ученик из 218 закончили на 4,5 и отлично. Это составило 32,6%. И сегодня хотелось бы отметить ребят, которые круглыми отличниками, то есть за все 4 четверти и годовую оценку получили 5. Итак, награждаются Счастливцева Анна Михайловна, ученица 6 А класса.
листом за отличный успех и в учении награждается ученица 10 класса Рудина. Ученица 10 класса русских Марина Андреевна. Валерия Вячеславовна. Ученица 5 А класса. К ним присоединяются отличники, которые у нас вышли по учебному году. За отличную учебу и активную жизненную позицию награждается Басманова Дарья, ученица 8 А класса. За отличную учебу и активную жизненную позицию Тарасова Полина, ученица 5 А класс. Денисова Виктория, ученица 5 А класса. За отличную учебу. Награждается ученица 6 А класса Новоселова Мария за отличную учебу и активную жизненную позицию. Громкие аплодисменты всем. Это наши отличники. Брызов Николай, ученик 6 А класса за отличную учебу и активную жизненную позицию. Так, ребята, встаньте вот на этой ступени, пожалуйста, наши отличники вот сюда. А мы продолжаем церемонию награждения. Прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Но мы не наградили их, но назвали их в конце первого полугодия. И сейчас пришли дипломы призерам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Итак, награждается русских Марина Андреевна, призер по литературе. Награждается Бурдова Юлия, призер по физике. Черезова Алена. Девятый класс. Бурдова Юлия, ПАУК ОБЖ. Юлия, тебя назвали. Сандалов Никита по обществознанию, 10 класс. Мальцева Виктория, 9 класс. И Гусева Алина, 7 класс. В этом году у нас Бушмелев Вадим, ученик 11 класса, защищал честь школы и города на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. И сертификатом награждается Овчарок Александр Витальевич, учитель нашей школы, который подготовил Вадима к этому региональному этапу. Итак, награждается Александр Витальевич, аплодисменты. А сейчас для награждения приглашается руководитель методического объединения иностранных языков Борцова Елена Николаевна. Диплом второй степени в конкурсе знатоков «Бриджит». Награждается русских Марина, ученица 10 класса, которая заняла второе место в регионе среди участников 10 класса. В Бриджес британский бульдог. Марина также награждается. Ладно, наградит следующих участников, которые победители игры конкурса «Русский медвежонок». Итак, награждается ученица 10 класса Кунцова Юлия. Комлева Александра, победитель игры конкурса «Русский медвежонок», 8 класс. Синицына Маргарита, 7 класс. Победитель игры конкурса.
Крысов Николай, победитель игры конкурса «Русский медвежонок», 6 А-класс. Награждается Синицына Виктория, 5 А-класс. Аплодисменты, ребята, громкие. Приглашается руководитель методического объединения по математике, физике, информатике Светлана Юрьевна. Победителем первого тура международной эстетической олимпиады «Совенок-2015». И также он награждается дипломом финального этапа этого же конкурса. И ему еще приз. Первого тура в этой же игре «Совенок-2015» является Новоселова Мария. Щеслецова Анна. 6 А. И призером первого тура является Шерстнев Максим. Следующий конкурс, который прошел в школе, это КИР. Бочежанина Мария, 5 класс, за второе место. Щетецова Анна, за первое место, 6 класс. Крысов Николай, за второе место. Козюков Максим, где у нас аплодисменты? Козлов Максим, извините, пожалуйста, Козлов Максим. Ибрагимов Арсений, ученик 7 А-класса, за второе место. Мусикер Денис, ученик 7 класса, за третье место. Пешкин Антон, ученик 10 класса, за первое место. А также у нас традиционно в школе проходит неделя математики, физики и информатики. И сейчас дипломом награждаются учащиеся 7 А-класса за активное участие в фестивале газет среди 5-9 классов. Учащиеся Мамаева Юлия и Румянцева Дарья, ученицы 8 А-класса, за победу в конкурсе фестиваля газет. Юля, ученица 5 А-класса, за победу в фестивале газет. Ученица 6 Б-класса, учащийся 6 Б-класса, за активное участие в фестивале газет среди 5-9 классов. Представитель 6 Б, Ульяна. Учащийся 8 А-класса, также в фестивале газет. Учащиеся 5 А-класса, за активное участие в фестивале газет среди 5-9 классов. Спасибо, ребята. Для награждения приглашается руководитель методического объединения Воробьева Галина Геннадьевна. Дипломом третьей степени. Огородникова Алиса, ученица 5 класса, дипломом 3 степени. Синицына Виктория, ученица 5 класса, дипломом 3 степени. Кулалаева Мария, дипломом 3 степени. А сейчас пошли дипломы второй степени. Награждается Пономарева София, ученица 5 класса.
Дипломом второй степени награждается Гвоздкова Анна, ученица 5 класса. Огарельцева Дарья, ученица 8 класса. Вычижанина Мария, 5 класс. Крысов Николай, ученик 6 класса. И дипломом первой степени награждается Овсяникова Елизавета. И также она получает часы в подарок. Итак, поприветствуем наших. Сейчас награждаем ребят за хорошую учебу и прилежное поведение. Итак, награждается Куковякин Илья, ученик 6 А класса. Дегтярева Валерия, ученица 6 А класса. Матюшкина Мария, 6 А класс. Юткина Татьяна, 6 А класс. Кушов Данил, 6 А класс. Приветствуем, ребята, наших хорошистов. Овсяников Денис, 7 Б класс. Новоселова Анастасия, 7 А класс. Гюферева Анна, 7 А класс. Горев Даниил, 7 А класс. Котельников Лев, 7 А класс. Нифонтов Дмитрий, 7 А класс. Ивкина Екатерина, 8 А класс. Макарова Виктория, 8 А класс. Новикова Анастасия, 8 А класс. Мамаева Юлия, 8 А класс. И учителя физической культуры нашей школы решили отметить заслуженно вполне таких учеников, как Коротких Мария, ученица 6 Б класса за активное участие в спортивной жизни школы. Копытина Ирина, ученица 6, простите, Копытина Карина, ученица 6 Б класса за участие в спортивной жизни школы. Целищев Павел, ученик 10 А класса за участие в спортивной жизни школы. Пешкин Антон, ученик 10 А класса, спортивная жизнь школы. Кунцова Юлия, за активное участие в спортивной жизни школы, 10 А класс. Греков Дмитрий, ученик 8 класса, за активное участие в спортивной жизни школы. Мамаева Юлия, ученица 8 А класса, еще одна спортсменка. Румянцева Дарья, ученица 8 А класса, за активное участие в спортивной жизни школы. 6 Б класс спортсмены готовятся. Миткина Гульяна награждается грамотой. И еще одна спортсменка из 8 А класса, Огарельцева Дарья. Аплодисменты.
аплодисменты нашим спортсменам. Громкие аплодисменты. Спортсмены все-таки стоят. Спасибо большое. Под руководством Рафаила Николаевича очень много мы принимаем участие в различных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. И здесь награждаются следующие учащиеся. Юшкова Яна, ученица 7-го Б-класса, за активное участие в районных городских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Чулков Андрей, ученик 10-го А-класса, также за участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Щербаков Кирилл, ученик 10-го А-класса. Целищев Павел, ученик 10-го А-класса. И в спортивных соревнованиях, и в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта Павел принимает участие. Аплодисменты будущим защитникам нашей Родины. Спасибо большое, ребята. Ну и в завершение я бы хотела сказать, что вот благодаря усилиям и педагогов, и ребят, которых мы уже сегодня слышали, мы получили на школу несколько, благодарственных и дипломов. Итак, благодарственная грамота награждается за третье место в городских личнокомандных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся до призывного возраста образовательных организаций города Кирова на приз Галушкина, школа номер 53, тренер Акуловский Рафаил Николаевич. Вот такую благодарственную грамоту мы получили. И третье место в городских личнокомандных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на приз Галушкина награждается команда школы номер 53 с результатом 215 очков. Тренер Акуловский Рафаил Николаевич. Аплодисменты и участникам, и Рафаилу Николаевичу. Ну а теперь слово Марине Владимировне. Дорогие ребята, завершается учебный год. А я бы хотела, чтобы все сейчас развернули свои грамоты, и у нас есть фотокорреспондент, который нам поможет заснять эту историю школы. Поэтому, пожалуйста, поднимите все свои грамоты, чтобы мы видели. Сделайте это красиво, пожалуйста. Помогите классные руководители. Стесняться не надо, это ваше достижение. Выше, выше, поднимайтесь. Молодцы. Поднимайтесь, не надо стесняться, это ваше достижение. Посмотрите, сколько грамот в 5-м А-классе. В 7-м А-классе, в 6-м А-классе, в 10-м классе сколько грамот. В 7-й Б-класс даже что-то заработал, 8-й, а я не вижу ваших грамот. Итак, 2014-2015 год объявляется завершенным. Праздником, ребята! Начнется детская спортивная игра «Зорница». Я прошу людей подойти сюда к нам, к штабу, для того, чтобы определиться. И на старт у нас готовится класс. Я слово предоставляю Александру Витальевичу. Thank you.
Так, внимание, 6-й аж, когда не приблизился, я буду объяснять суть игры. Если вы не поймете или неправильно выполните, проиграете, значит это будет ваша вина.